Всем привет! Сегодня у меня на дегустации винодельня Жаков Orange 2021 года урожая, Республика Крым, Россия. Сорт винограда Восторг, алкоголь в диапазоне от 12 до 14% объемных. Наше вино золотистого цвета, средней насыщенности. Нос вина чистый, без дефектов. Умеренный плюс интенсивности. Ароматы сушеного яблока, белого изюма, кураги и имбиря. Во вкусе вино сухое, с умеренным, хорошо интегрированным алкоголем, со средней плюс яркой кислотностью, с легкими танинами, со средним минус телом. С умеренной плюс фруктовой концентрацией, в среднем по продолжительности послевкусии. Резюмирую, это вино хорошего качества, легкий и понятный оранж с достаточно типичной ароматикой сухофруктов. Во вкусе вино с легкой терпкостью, сочное и с хорошей фруктовой концентрацией. Пить сейчас. Оценка 84 балла, стоимость 1000 рублей. Cheers!